преддверии форума «Россия – спортивная держава» в Чувашии прошли всероссийские соревнования по традиционным видам спорта среди сельского населения. В его рамках в спорткомплексе поселка Кугеси разыграли награды по борьбе кирижу. Напомним, чувашская борьба на поясах – один из четырех официально признанных национальных видов спорта. Оспаривать первенство приехали силачи из 9 регионов страны. Соревнования проходят под эгидой общества «Урожай» уже в четвертый раз. Как правило, все спортсмены, помимо кирешу, занимаются другими видами борьбы и уже добились успехов. Среди участников состязаний немало мастеров и кандидатов в мастера спорта. Так что страсти кипели нешуточные. Сегодняшняя победа мне далась очень трудно. Соперники все тяжелые. Да, нелегко, но что поделаешь. Это мужская работа. Мужик же должен сделать свою работу. А не там курить и пить и гулять там. На этот раз на ковер выходили только мужчины. Девушки в соревнованиях не участвовали. Хотя среди спортсменок, занимающихся различными видами борьбы, немало интересующихся кирешу. Результаты добивались. Первые результаты дали, конечно, у нас это Лена Васильева, сейчас Карпова. Она была и чемпионкой России. Значит, на чемпионате мира среди юниорок в Астрахани заняла 3-е место в 2010 году. А в прошлом году 9 чемпионки мира стали у нас в Чувашии. Одновременно с борцами состязались кроссмены и ходоки. Спортсмены сельской местности оспаривали награды как в личном, так и командном зачетах. Регина Кубайкина, Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.